Здравствуйте, Виктория Викторовна. Посмотрела, говорит, в вашей новой амбулатории должны быть нормальные подъездные пути. Я ее провез, показал ей две улицы, которые подходят туда. Там где-то практически ямочного ремонта 1500 квадратных метров надо. Ну, короче, давайте даже Виктория Викторовна, и дому гроши на то, чего немає. Так я знал, что это так, я приехал сюда, лишь бы так с вами поздороваться. Я всегда привык рассчитывать на местный бюджет и ремонтировать его. Поэтому я так и понял, что на ямочный ремонт тут никто ничего не даст. Извините, до свидания. Смотрите, как дорогу построите, позвольте, мы подивимся. За ту дорогу, яку покажете, у вас є там проект, чи експертиза, на якому вона стане? Я ніколи не роблю проекти, я завжди роблю ямочний ремонт. Вважаю, що це не потрібно. Це економія грошей. Яка це сільська рада? І при тому 100% Тетяна Васильовна. Так, на бумажки, які перекладаються з одного місця на друге місце. Якщо кожен рік ремонтувати дороги комунальні, значить вони завжди будуть в порядку. А если 20 метров сделать, согласно проекта, капитальный ремонт, то дорога будет всегда развита. Научить своих коллег, Женева район. Это ваше звернение. Что? Это ваше звернение. Перестаньте быть пессимистом. Да. Ваше, да, звернение? Я оптимист, я не пессимист. Я всегда говорю, если делать ремонт каждый год, дороги всегда будут в хорошем состоянии. Все, я понял. До свидания.